Луиза Рене де Кюруа, фаворитка Карла II, политическая авантюристка. Она была придворной дамой сестры Карла II, Генриетты Орлеанской. Людовик XIV отправил ее в Англию вместе с Генриеттой с целью привлечь на свою сторону Карла II. Кюроль произвела впечатление на английского короля и скоро стала его фавориткой. Он дал ей титул герцогини Портсмутской, графини Форель-Замской и баронессы Питерсфильдской. Людовик XIV – герцогини де Абиньи. При английском дворе она была проводницей французского влияния и благодаря расположению к ней короля добивалась отставки неугодных Людовику XIV лиц. В Англии ее ненавидели, парламент даже требовал ее высылки. В 1688 году она вернулась во Францию. От Карла II у нее родился сын Чарльз Ленокс. Представители нынешнего рода герцогов Ричмондов являются его потомками. После смерти Луизы ее внук, второй герцог Ричмонд, унаследовал титул де Абиньи.